Предисловие. Мир, в котором мы живем, к концу 20-го столетия вступил в полосу глубоких перемен. В ходе их до неузнаваемости перестраивается и будет перестраиваться весь уклад нашей жизни. Собственно, весь приближающийся к своему завершению век не имеет себе равных во всемирной истории по масштабам и основательности преобразований, совершаемых людьми. И все же нынешнее время, похоже, раскручивает маховик перемен до максимальных оборотов. Перемены эти так или иначе затрагивают самые разные сферы существования человека и человечества, отношения между человечеством и планетой, на которой оно обитает, а также осваиваемой им частью космического пространства, взаимодействие между государствами, каждый из которых ищет свои пути в будущее, и вместе с тем не может не считаться интересом других народов и государств. И вспоминая долгий искус своей юности, он принимал его без сожаления. Он принимал свое уродство, которое так калечило его жизнь. Он знал, что оно ожесточило его душу, но именно благодаря ему он приобрел благотворную способность к самопознанию. Без нее не мог бы он так остро ощущать красоту. Издевки и презрения, которым он подвергался, заставили его углубиться в себя, и вырастили цветы. Теперь они уже никогда не утратят своего аромата. Он понял, что гармония, совершенство – редчайшее явление на свете. У каждого свой недостаток, телесный или духовный. Он перебрал в памяти всех, кого знал. Весь мир – это больница, тщетно искать в нем гармонии. Перед его мысленным взором прошла вереница изуродованных тел, искалеченных душ, больных физически, сердцем или легкими, больных психически, с атрофией воли, со страстью к алкоголю. Его охватило глубочайшее сострадание к ним всем. Они ведь были беспомощными орудиями слепого случая. Он прощал Гриффитсу его предательство и Милдред муки, которые она ему причинила. Что они могли с собой поделать? Мудрость в том, чтобы брать от людей хорошее и быть терпимым к дурному. В памяти его возникли слова умирающего Бога. «Прости им, ибо не ведают, что творят». Thank you.
Если попытаться теперь подытожить сказанное о новых проблемах, которые встают сегодня перед философией, то обнаружится, что в них есть нечто единое. И единство это обусловлено тем, что каждая из названных проблем является особой проекцией той проблемы, которая во все времена была определяющей для философии и сегодня видится столь же новой, столь же открытой, как и 2000 лет назад. Речь идет о проблеме человека. Речь идет о проблеме человека. Это в подлинном начале всякого философства.